Всем привет, всех рад видеть. Мы очень рады сообщить вам несколько небольших, но очень важных новостей касательно промоушенов, которые прошли в октябре. Рад всех, всем добро пожаловать. Также мы транслируем на YouTube всю эту конференцию. Можете свободно заходить на канал на YouTube. У нас с нами присутствует несколько пейсеттер-лидеров. Они присоединились к конференции. И они сейчас у нас в вебинаре соведущие. Также приветствуют всех. Готов приветствовать всех от их имени. Итак, давайте начнем уже. Сейчас начну показывать вам свой экран, и мы этим утром начнем делать прекрасные, удивительные объявления. За последние 3 недели было замечательно, удивительное промоушен по поводу Forex. Мы достигли цифры в 20 миллионов и уже почти пробили 21 миллион по вкладу в Forex за последние 3 недели. Поэтому поздравляем всех, кто воспользовался этим удивительным промо-предложением. Промо-предложение по Forex – это огромное достижение для DAISY. Это то, что было частью нашей дорожной карты с самого начала. Это было на дорожной карте указано как конец 2021 года, и мы очень рады, что мы смогли достичь этой цели даже раньше, чем было запланировано. У нас есть замечательные новости, замечательная информация по AI Forex и Endotech. Большое объявление. В первую очередь хотел всех пригласить на сайт daisydisrupt.com. Дайте я его сейчас быстренько открою, чтобы вы увидели. Одну секунду сейчас, как мне перейти, поменять окно. На сайт daisydisrupt.com. Это самое первое глобальное событие. Я не думаю, что есть другое название, хорошее название для этого, кроме как disrupt, кроме как прорыв. Мы прорываем сразу несколько отдельных отраслей. Все это произойдет в Дубае на Coca-Cola Arena. Если зайти на сайт daisydisrupt.com, там доступны билеты на это мероприятие. Также у нас будет специальное предложение для ранних пташек. Тех, кто заранее купит билеты, получит 50% скидку на окончательную стоимость билетов, если вы купите эти билеты в этом месяце. Также у нас есть общая скидка для тех лидеров, которые вы знаете, вы будете продвигать это мероприятие, будете, может, приглашать кого-то и хотите купить 10 или более билетов, вы получите дополнительную скидку. Если так поступите, обязательно зайдите на сайт daisydisrupt.com. Обязательно, если хотите, покупайте билеты. Мы всех приглашаем зарегистрироваться как можно раньше на это мероприятие. Как вы можете представить, это очень дорогое будет затратное мероприятие. И мы резервируем целую арену, в которой может поместиться тысячи зрителей. И для нас важно знать, кто будет участвовать, чтобы предварительные регистрации прошли. Если это будет так, мы сможем мероприятие организовать лучше подготовиться. Поэтому, пожалуйста, приглашаем вас резервировать билеты пораньше. Если вы приедете с супругой, например, с партнером, им потребуется собственный отдельный билет. Каждому участнику нужен будет отдельный билет. Эти билеты можно купить, а также получить дополнительную информацию о самом мероприятии на www.daisydisrupt.com. Очень-очень интересное мероприятие, буквально изменит ваши жизни. Эдвард, я знаю, что все лидеры, все мы знаем, что это мероприятие будет взрывом DAISY. С тысячей
тысячами участников со всего мира. Я очень вдохновлен этим мероприятием. Знаю, что вы также. Да, очень интересное мероприятие. Когда ты говорил, я думал вот о чем. Это очень интересная промоушен для всей группы, для лидеров. Вот такой текущий формат. Они могут проводить вот эти промо-раунды. Я думаю, что мы слышим кого-то из переводчиков. Кто-то из пейсеттер-лидеров не выключил микрофон. Да, я не думаю, что это касалось переводчиков. Переводчикам не нужно выключать микрофоны. Конечно, это очень интересное мероприятие. Мы говорили об этом в апреле, в мае. Мы знали, что у нас будет огромное мероприятие, но мы ждали, пока пройдет лидершип мероприятие, и не делали этого большого объявления. Это будет годовая годовщина DAISY, нашего сообщества. Будет очень классно. Да, daisydisrupt.com, повторяюсь, резервируйте билеты, узнавайте о мероприятии. Давайте поговорим о Forex промо и новостях по нему. Это очень интересный промоушен. Мы начали его 12 октября, примерно 2 недели назад, и мы достигли 20 миллионов. Общая сумма собранных средств более 20 миллионов. Поздравляем всех, кто принял участие в этом промоушене. Мы почти достигли цифры 21 в общей сумме. Это будет очень интересный день сегодня для вас, потому что мы начнем публиковать информацию по тем наградам, которые вы получите за ваше участие. Первое. Все, кто купили любые уровни Forex, должны подтвердить свои транзакции по каждому уровню, по каждому тиру. Вы помните, мы ждем до 1 ноября. Мы хотим обеспечить, что у всех есть равная возможность купить свои тиры и также уровни, и также получить от них соответствующие награды. Теперь мы официально закрыли этот октябрьский промоушен в 2 часа вечера по UTC. Вы сможете зайти в бэк-офис и активировать ваши купленные уровни. Энергетическая комиссия Tron будет для этого будет составлять от 70 TRX до 100 TRX за уровень. Обеспечьте, что у вас есть достаточное количество валюты Tron в кошельке. Я знаю, что мы сами, я, Эдвард, Илья, у нас есть достаточное количество тронов в наших кошельках, чтобы мы могли моментально оформить эти транзакции после завершения этого звонка сегодняшнего. Обязательно не забывайте, это очень важно, чтобы получить доступ к бэк-офису и активировать уровни Форекса, нужно активировать транзакции. Это не произойдет, пока вы не подтвердите транзакцию. Вы не будете иметь доступ к DAISY Back офису. Примерно через час, в 2 часа дня UTC, те из вас, кто приобрели Forex уровни, вы сможете зайти в Back офис, вы увидите, какой уровень вы купили, и просто завершите каждую из этих транзакций. Вам нужно иметь примерно 100 TRX за каждое подтверждение в наличии. Это средняя комиссия, энергетическая комиссия составит где-то 70 трон, 70 TRX. Помните, после этого семинара, вебинара, вы сможете зайти в бэк-офис и завершить промоушен, эти транзакции в рамках промоушен. У нас есть большое объявление на сегодня. Я знаю, что у нас были технические сложности на выходных, и мы хотели обеспечить ситуацию, что мы никого не исключили из возможности участия в этом промоушен-раунде. И поэтому мы продлеваем срок Forex промоушена до 4 ноября до 11:59 PM. Любой участник вашей организации, который еще не приобрел уровни с 1 по 5, имеют
возможность за ближайшие 4 дня до 4 ноября, 11:59 вечера UTC. Надеюсь, что это всех так же вдохновляет, как и меня. Люди прямо сейчас завершают свои транзакции. Я знаю это, и это позволит вам еще 4 дополнительных дня внутри вашей организации пользоваться преимуществами этого раунда промоушен. Это значит, что если вы купите дополнительные уровни Форекса, они попадут в матрицу с уровней с 6 по 10. Обычно нужно потратить достаточно денег на все 10 уровней для того, чтобы попасть во все 10 матриц. Но с этим промоушеном, когда вы покупаете уровень 5 Форекса, 1, 2, 3, 4 и 5, общий вклад 3100 USDT. Этого достаточно для того, чтобы быть размещенными в матрице уровней с 6 по 10. Вы откроете все 10 матриц, все 10 уровней матрицы, участвуя в этом раунде промоушена. Обеспечьте, что ваша, убедитесь, что ваша команда знает об этом, что ваши участники знают об этих условиях. Это слишком выгодно. Это просто нельзя пропустить. Огромная возможность для тех из вас, кто уже успел вложиться в уровни с 1 по 4. Следующий уровень открывается также. То есть, например, если кто-то из вас просто становится участником уровня 1 Форекс в ходе промо-раунда, они попадут в матрицу уровня 2. Но я бы хотел сказать, что оптимально это 5 уровень. Когда вы открываете 5 уровень со вкладом своим Форекс, вы автоматически попадаете в матрицу уровней 6-10, просто как бонус, как подарок. Для тех из вас, кто понимает механику спилловера, механику компрессии в высоких уровнях матрицы и делятся информацией этой о Дейзи с другими людьми, вы понимаете, что вы получаете возможность участвовать во всех 10 уровнях просто за 3100 USDT. Это, наверное, самый большой промоушен, который мы за всю историю делали. Возможно, мы больше не будем никогда таких больших промоушенов запускать. Поэтому, Эдвард, Илья, обеспечьте ситуацию, обеспечьте понимание со стороны участников. Никогда больше таких условий не будет, не будет такого промоушен. И для тех из вас, кто уже являются членами, это для вас возможность получить доступ к более высоким уровням спилловера. Если вы используете Дейзи как свой бизнес на рефералах, это для вас возможность максимизировать ваши результаты. Эдвард, Илья, какой у вас фидбэк, какая у вас обратная связь, что вы думаете об этом промо? Я знаю, что многие очень торопятся стать пейсеттерами, не только попасть в матрицу. Я думаю, что что касается пейсеттеров, для тех людей, которым чуть-чуть не хватило по объему, это дополнительно 3 дня возможностей, 3 дня свободы. Помните только про комиссии. Комиссии будут сразу выплачены. Они не будут... Мы не будем их задерживать. Да, так и есть. То есть комиссии будут выплачены сразу. Это у нас всегда так планируется. С нетерпением жду. Я знаю, что многим людям чуть-чуть буквально не хватило до уровня пейсеттеров. И, может быть, даже они могут стать лидерами. Опять же, как ты сказал, это один из лучших раундов промоушен, который у нас был. Илья, давай пройдемся по слайду. Эдвард уже, скажем так, выпустил кота из мешка и рассказал немного, но давайте расскажем. Большое объявление у нас будет по пейсеттерам, у нас будет ресет, так называемый, перезагрузка. Также будет продлена до 4 ноября. Илья, прошу тебя рассказать про эту часть промо, потому что это тоже большая новость. Да, Джереми, это тоже очень мощная часть нашего промоушена. Все другие компоненты будут
одновременно закрыты к 4 ноября 11:59 UTC. Это такой прекрасный шанс для пейс-сеттеров, для людей, которые чуть-чуть им не хватило объема, чтобы стать пейс-сеттером, использовать вот этот вот продленный Forex Promotion. Я не могу их разделить, они вместе идут, вместе будут закрыты, но люди, у которых были технические проблемы, я знаю, что у нас с Binance многие люди жаловались, что у них были какие-то трудности, что-то там у них не включалось. У вас есть возможность, у всех вас, получить, использовать дополнительные 3 дня для того, чтобы обойти эти трудности. 3 дня – это не так уж и долго, поэтому не пропустите такую возможность. Да, простите, что забежал чуть-чуть вперед. Как я уже сказал, для меня это промоушен, он существует как комбинация. Я не знал, что в слайдах вы их разделили. Да, я знаю. В тот момент, когда ты сказал это, я уверен, что такое большое количество людей просто кричали от радости, потому что мы знаем, что такое большое количество людей. Это, по сути, самая важная часть промоушена для тех, кто хотел стать пейсеттером. Это большая возможность для вас. Давайте обеспечим, что все понимают детали. Есть 2 способа для вас, чтобы вы могли получить доступ к статусу пейсеттера в ходе этого промоушена, который, повторюсь, должен был бы закончиться через 30 минут, но мы его продлеваем до конца дня 4 ноября. Есть 2 способа, как можно получить этот статус пейсеттера в рамках этого промо. Первое, если у вас есть всего 24 личных реферала или ранее существующие члены, которые присоединились за последние несколько месяцев, или, может быть, это новые члены, которые недавно присоединились, общее количество ваших рефералов лично должно составлять 24 плюс 128 тысяч в вашем финансовом вкладе, внесенном между 25 сентября и 4 ноября. То есть 128 тысяч новых вкладов, общей суммы в новых вкладах в указанных датах. Это первый способ, как стать пейсеттером. И этот ресет, эта перезагрузка позволит вам добрать эти вклады или суммы, или количество рефералов и стать пейсеттером. Второй способ, который это на самом деле большая новость, и сегодня это главная часть нашего объявления. Если у вас есть 24 личных рефералов, опять же, это могут быть старые участники, новые участники, люди, которые присоединились 6 месяцев назад, или люди, которые присоединились 6 минут назад. Если у вас есть 24 реферала, которые вложили в пятый уровень промоушена, то есть они приобрели все 5 Forex-промо уровней, что происходит? Вы автоматически открываете все предыдущие вклады, которые у вас уже есть от ваших личных рефералов. То есть, если у вас есть личные рефералы, которые пришли 6 месяцев назад, и вклады, которые были сделаны 6 месяцев назад, если 24 из ваших личных рефералов участвуют в промоушене по Форексу, вы можете включить все свои предыдущие вклады к этой сумме 128 тысяч в зачет этой суммы. Это очень важная новость. Почему? Потому что вы можете открыть все, что вы сделали до сих пор, и добавить эти цифры к сумме, необходимой для статуса пейсеттер. Опять же, дедлайн по пейсеттингу был продлен до 11:59 вечера 4 ноября. Эдвард, Илья, я на слайд вернусь сейчас, но перед тем, как я это сделаю, есть у вас комментарии или мысли по этому поводу? Да, давайте более широко взглянем на общую картинку. Надо помнить, что такое пейсеттер-лидер. Это люди, которые хотят стать пейсеттер-лидерами. Им надо
в первом поколении, в первом уровне, три пейсеттера, и они могут использовать этот промоушен для того, чтобы достичь этой цели. И это было замечательным результатом. Мы получали замечательные, интересные сообщения от лидеров, которые делают именно то, о чем ты сейчас, Илья, говоришь. У нас есть новая цель по пейсеттингу, у нас есть новый лидер, поздравляем лидеров. Мы увидели огромное количество людей, которые стали пейсеттер Gold и пейсеттер лидерами, и мы знаем, что есть огромное количество людей, которые чуть-чуть им не хватило, может, тысячи долларов не хватило всего до этой цели. И сейчас у вас есть еще дополнительно 4 дня для того, чтобы ее достичь. Да, Джереми, позволь мне еще добавить кое-что. Люди, которые стали пейсеттер-лидерами, они спрашивают, когда придет апгрейд в бэк-офисе. Ответ на этот вопрос через 3 дня, когда продление вот этого промоушена закончится. Это займет час или два, наша техкоманда обеспечит ваш апгрейд, вы получите свои комиссии от пулов наград. Да, конечно, мы ожидаем, что это все произойдет на этой неделе, 4 ноября, как только закончится этот раунд промо. Нам потребуется еще пару дней для того, чтобы апгрейд прошел успешно, так что можно ожидать, что до конца следующей недели будет актуализирован ваш статус Pacesetter Gold или лидер. Кстати, поздравляю всем, кто этой цели успешно достиг. Повторяем, этот совместный объединенный промоушен продлевается до 4 ноября. И после того, как этот промоушен закончится, 4 ноября, начиная с 5 ноября, мы начнем предлагать новый Daisy Combo Pack, комбинационный пакет. Это такой пакет, который позволит человеку вкладывать деньги в крипто и в Форекс одновременно. Например, кто-то покупает уровень Combo Pack первого уровня, они будут членом уровня 1 и в крипто, и в Форексе одной покупкой, одной транзакцией. Этот пакет первого уровня будет стоить 200 USDT. И вместо того, чтобы покупать отдельно Форекс, отдельно крипто и оплачивать несколько комиссий за транзакцию, можно будет просто купить один комбинированный пакет, который позволит вам получить доступ и к крипто, и к Форексу одновременно. Он также позволяет членам присоединяться и получать награды и от крипто-AI, и от Форекс-AI одной транзакцией. Эти комбинированные пакеты станут доступны к продаже с 5 ноября. Повторяем, что вот этот перезагрузка, эта программа была продлена до 4 ноября. Также хотим всем напомнить, если вы еще не активировали свой CoinZoom бумажник, свой аккаунт, мы рекомендуем всем участникам Daisy использовать этот CoinZoom бумажник. Это прекрасная программа, прекрасный бумажник. Вы сможете зарабатывать 10% в год в процентах, начисленных на сумму, которая лежит просто за счет того, что у вас есть деньги в кошельке. Можно покупать Tron USDT напрямую из CoinZoom, напрямую из бумажника. Это просто хорошая площадка для обмена. Можно присоединить к ней любую дебетовую карту, например, Visa. И есть большое количество преимуществ у платформы CoinZoom. Она доступна в более чем 150 странах. Это прекрасная платформа для новых членов, которым нужно покупать цифровую валюту, может быть, первый раз. Она идеальна для того, чтобы хранить в ней свои награды Daisy. Если вы получаете эти награды, мы рекомендуем хранить их CoinZoom бумажники, потому что у вас будут начисляться проценты на эту сумму. Также можно покупать валюты Tron и USDT с любого банковского аккаунта или дебетовой карты. Есть 4-дневная задержка с дебетовых
карт, банковские переводы моментальны. Можно присоединить любую виза-карту, которая позволит вам тратить вашу цифровую валюту. Это очень интересное предложение. Вы получите до 5% кэшбэка каждый раз, когда вы пользуетесь своим CoinZoom бумажником для какой-то оплаты или покупки. До 10% APY, это годовой процентная ставка, просто за то, что у вас лежат деньги в кошельке. Также вы можете переводить деньги от одного члена, любую валюту, к другому члену. Можно фиат-валюту, доллары, трон или любую другую валюту любому другому члену CoinZoom вообще без комиссий. Это очень важно для тех из вас, кто поддерживает людей, которые присоединяются, может, у них нет трон, вы можете им отправлять, если вы оба члены системы. Также вы можете перевести крипто в фиатную валюту и отправить напрямую на свой банковский счет, на свою дебетовую карту. Это очень мощная функция. Если вы хотите перевести цифровую валюту на свой банковский счет, это можно напрямую сделать из CoinZoom одним кликом. Вы получите $10 Zoom токенов на сумму 10 токенов, и как только у вас будет $100, по любой причине вы получите дополнительные токены. Также эта платформа поддержит все основные валюты. Одна из причин, по которой мы приглашаем вас использовать эту платформу, в первую очередь, это прекрасная платформа, очень интересная. Но во-вторых, CoinZoom платит 10% от всех комиссий, которые есть на нашей платформе, в нашем сообществе, и переводит их в бонус-пул спилловермейкеров. По мере того, как наши участники используют платформу DAISY и используют эти бумажники, 10% от всех комиссий, комиссии за обмен, комиссии за транзакцию, которые сопровождают любую транзакцию, конечно же, 10% всех этих комиссий переходит в этот ежемесячный бонус-пул. Этот спилловермейкер бонус-пул – это очень интересное предложение, доступное каждый месяц. Например, сегодня, 1 ноября, начинается новый бонус-пул. Открывается он полностью новый, который вы можете получить к нему доступ, и у вас есть время в ноябре, чтобы получить этот доступ. Как это сделать? Надо пригласить 4 новых участника DAISY в ноябре с общим вкладом 1000 USDT суммарным от этих 4 участников, и вы получите одну долю в декабрьском бонус-пуле. Количество этих долей может быть неограничено, и каждый месяц можно это делать. Этот spillover maker pool бонусный будет объявлен буквально на этой неделе, вы его увидите в своем бэк-офисе. И те члены, которые присоединились к нам в октябре, вы будете уже получать преимущество от этого ноябрьского пула. Если вы квалифицируетесь в ноябре, вы уже будете получать свои выгоды в декабре. Каждый месяц можно получить эту квалификацию, каждый месяц можно получать эти замечательные награды от участника в этом пуле. Если вы еще не скачали приложение DAISY, вам оно нужно. Для чего? Для того, чтобы делиться информацией о DAISY и помочь новым людям, новым участникам корректно начать работу с системой. Зайдите на www.thedaisyapp.com. Там есть информация о приложении. Оттуда можно напрямую перейти в App Store, скачать приложение. Есть бесплатная версия приложения в App Store. Она называется d.ii.sy. Бесплатная версия приложения включает все первоначальные шаги. То есть новый участник может скачать это бесплатное приложение, и оно им подскажет, как правильно завести
CoinZoom, как правильно завести бумажник для Tron, для USDT, и буквально шаг за шагом объяснит, как зарегистрироваться в системе DAISY, как в нее зайти. Полностью бесплатное приложение, отличный ресурс для новых участников, чтобы они знали, как правильно участвовать в системе. Полная платная версия приложения также, кроме этого, позволяет вам делиться DAISY с другими людьми. Там есть все видеопрезентации, там есть доступ к ресурсам, которые можно делиться с людьми. И он также отслеживает все потенциальные деятельность потенциальных клиентов. Если ваш потенциальный участник просмотрел видео, программа вам так и говорит, человек просмотрел видео. Если человек нажал на «Посмотреть дополнительную информацию» кнопку, вам так и скажут, что ваш потенциальный участник смотрит на сайт. Это копия веб-сайта, там есть линки, которыми можно делиться, и там есть вся информация, которая необходима, чтобы правильно рассказывать другим людям о DAISY краудфандинге и нашей модели. Повторюсь, наше приложение бесплатное для всех участников. Оно необходимо для того, чтобы все правильно могли участвовать и иметь доступ ко всем ресурсам. Полная версия маркетинг-приложения стоит $12.95 в месяц, $12.95. Кроме этого, $3 от каждой приложения попадает в Spillover Maker Bonus Pool. То есть 100% выручки от этого приложения попадает в Spillover Pool, то есть так или иначе вернется в сообщество на 100%. Это прекрасный инструмент, прекрасный ресурс, который доступен всем. Повторюсь, мы все хотим пригласить вас на сайт daisydisrupt.com. Просмотрите информацию о мероприятии, обязательно зарегистрируйтесь, купите билеты. Если купите билеты в течение ноября, вы получаете 50% скидку от стоимости билета. Это будет специальное приложение для ранних пташек. Все, кто регистрируется в этом месяце, получают 50% скидку. Кроме этого, те из вас, кто покупает 10 или более билетов на вашу группу, команду, при покупке 10 и более билетов вы получаете дополнительную скидку, если вы покупаете 10 или более билетов через сайт. Сайт, повторюсь, daisydisrupt.com. Там можно узнать о мероприятии в Дубае, которое придет в марте. Это будет очень мощное мероприятие. Эдвард, Илья, я думаю, что мы все подробности уже проговорили. Я что-нибудь забыл? Нет, Джереми, я думаю, что ты все вспомнил. У нас есть лидеры-пейсеттеры, буквально в этом вебинаре у них уже участвуют. И я хотел попросить вас включить камеры. Я думаю, что каждый из вас, если мы вас назначим соведущими, вы сможете включить видео. Я бы хотел дать вам слово. Скажите, что вы думаете, лидеры, что вы думаете об этих новостях? Какие у вас есть мысли по сегодняшним новостям? Включайте видео, включайте микрофоны. С нетерпением слушаю. Абинаш, я вижу тебя, с удовольствием тебя послушаем. Тамоми в Японии тоже вас вижу. Это ребята очень интересные. Они просто взрываются от энтузиазма. Просто невозможно поверить, какой результат был достигнут в Японии. Эти лидеры. Тамоми, рад тебя видеть. Начнем с тебя. Включай микрофон и делись своими впечатлениями. Привет. Еще раз привет всему миру. Этот специальное предложение очень крутое. Is challenging the again. Мой друг, мой коллега также вот готов достичь уровня Paysetter Gold. А теперь у нас есть все для того, чтобы этой цели достичь. Спасибо вам, очень интересные новости. Мы очень счастливы. Буквально все здесь пишут сообщения
очень вдохновлены этими перспективами. Я думаю, что у нас был самый первый пейсеттер-лидер в рамках этого промо. У нас был из Японии. Да, так и есть, ты прав. Спасибо Томоми, Нагаяма, Мигуми. Спасибо, ребята. Да, первый не только пейсеттер Gold, но и пейсеттер-лидер был в Японии. Для того, чтобы стать лидером, пейсеттер-лидер, нужно иметь три пейсеттер Gold среди ваших рефералов, личных рефералов. Так что, Томоми, это удивительное лидерство с твоей стороны. С нетерпением ждем возможности съездить в Японию. Эдвард хотел быть в Японии, познакомиться, так сказать, с группой основателей. И мы с удовольствием запланируем эту поездку и приедем в Японию. Джереми, хотелось бы кое-что мне подтвердить. Этот лидер пейсеттеров, она была в Дубае. И в Дубае, после того, как она увидела все, что было на мероприятии, она сказала: «Да, я стану лидером». Пообещала. Я помню, мы были в этом ресторане, узбекском ресторане, у нас там был частный ужин, примерно 30 пейсеттер Gold и лидеров из Японии. И я помню эту молодую женщину. Помню, как она сказала: «Я буду пейсеттер лидером». Буквально в этом месяце я успешно, причем и да, и она успешно эту цель поставленную достигла. И именно поэтому такие мероприятия очень важны. Приезжайте на эти мероприятия, видите реальность. Следующее мероприятие будет еще больше. Абинаш, ты с нами? Да, Джереми, это... новость буквально просто за гранью. Столько людей мне уже написали. Люди пишут: у нас банковский платеж не прошел, нас Binance подвел. И это удивительно было. Сам промо-раунд, он был, скажем так, классный. 5 уровней, покупаешь 5 уровней, попадаешь в 10 уровней матрицы. Продление на 4 дня – просто фантастическая новость. Хотела поздравить Томоми и ее команду. Просто у вас удивительная энергия, такие позитивные, вдохновленные. Спасибо тебе, Джереми, Илья, Эдуард. Эта работа, которую вы провели, была просто удивительная. И я с нетерпением жду новых новостей. У нас есть большая инерция, большая сила, которую мы набрали. Да, я знаю, ребята, вы хорошо поучаствовали в этом промоушене, получили новых пейсеттеров. Я помню, вчера ты мне написал сообщение, у нас новые люди буквально заходят, новые апгрейды и так далее. Удивительные новости. Да, так и есть. Мы еще не объявили это, мы просто хотим, чтобы система подтвердила наши... мы посмотрели, у нас есть новый пейсеттер Go вчера, у нас будет новый сегодня, завтра. Я думаю, что люди буквально за несколько... У нас есть еще несколько людей, которые ждут такой возможности. Я хотел тоже несколько слов сказать. Вчера я вернулся из Дубая, был там неделю. И в Дубае там такая удивительная атмосфера касательно криптовалюты. И когда мы наше мероприятие проведем в марте, я уверен, мы просто будем покажем взрывной рост. И я хочу показать. Вот это вот мой маркетинговый трюк. Футболка с биткоином. Каждый день 3-4 человек спрашивают мне: ты занимаешься биткоином в Дубае? Да, я занимаюсь Дейзи. Помнишь, как в Бурдж-Халифа было? Люди так заинтересованы. Это просто невозможно поверить. Готовьте свои команды. Всех приводите в Дубай в март. Вы увидите, ваш бизнес просто взорвется, как атомная бомба. Просто поверьте на слово. Это хотел сказать. Спасибо за возможность высказаться. Спасибо тебе. Что, ребят, у нас есть еще примерно 15 минут перед тем, как начнут подтверждение транзакций приниматься в бэк-офисе. Позвольте мне еще раз повторить, просто чтобы все знали. Если вы купили пакеты Promotion Forex до сегодняшнего дня,
вам нужно будет подтвердить эти транзакции, подтвердить эти покупки сегодня, а это можно будет сделать через бэк-офисе. Через 15 минут буквально зайдете в бэк-офис, энергетическая комиссия будет между 70 и 100 тронами за каждый уровень, и транзакции нужно завершить, complete. Как вы помните, с уровнями крипто у нас было два этапа. Сначала покупаем уровень, а потом завершаем транзакцию. С Forex промоушеном в октябре мы подождали до 1 ноября, чтобы все могли купить нужное количество уровней, и мы подождали до 1 ноября, чтобы второй этап подтверждения этих транзакций стал доступным. Теперь вы сможете зайти в свой бэк-офис. Обязательно нужно их подтвердить, чтобы иметь доступ к бэк-офису и там активировать уровни Forex. Не забудьте сделать это прямо сейчас. Зайдите в бэк-офисы. Вот что вы увидите. Там будет кнопка «Завершить». Каждый уровень нужно будет завершить. Вот к этому у вас будет доступ. Не забудьте, что сделать это сегодня. Мы хотим, чтобы у всех Форекс-уровни были активированы, а мы смогли двигаться дальше от этого шага. Это очень важно. Через 15 минут это начнется, и вы сможете подтвердить свои уровни Форекса. Это нужно для того, чтобы вы сразу могли получать выгоду от этих уровней, которые вы купили внутри вашей организации. Очень важно всех известить в вашей команде, что если они купили уровни Форекса в октябре, эти транзакции нужно завершить сегодня путем оплаты энергетической комиссии за каждую. Для новых людей, которые только что купили или купят за предстоящие 3 дня эти уровни, вы можете сразу их завершить. Но те люди, которые ранее купили свои уровни, только сейчас вы сможете завершить транзакции полноценно в бэк-офисе через 15 минут. Илья, Эдвард. Есть у нас еще какие-то подробности, детали? Я думаю, что все хорошо. Я жду 15 минут, хочу подтвердить свои транзакции. У меня то же самое. Хочу чашечку кофе выпить и подтверждать. Джереми, может быть, мы чуть-чуть забыли упомянуть одну вещь. Мы говорили про Форекс, но про сами операции на Форексе, сама торговля валютой, когда она начнет. Она не начнется завтра, не начнется на следующей неделе. Как Джереми объяснил на одном из предыдущих вебинаров, начнется эта деятельность во второй половине ноября. Когда у нас будет дата, мы сразу официально ее объявим. Конечно, будет это новое объявление. Мы также все с точки зрения юридической хотим обеспечить, что мы все правильно делаем. Форекс – это очень регулируемый рынок, поэтому юридические барьеры требуют проработки. Это другая причина, почему вы должны получить подтверждение этих транзакций. Как только мы получим от всех эти подтверждения, наша команда техническая сможет обновить бэк-офис и подготовить нашу торговую площадку. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше это будет для всего сообщества. Может быть, пару недель пройдет, как мы ожидаем, перед тем, как отчетность появится в бэк-офисе и сам фактически трейдинг начнется. Как Илья сказал, вторая половина ноября вы увидите, как запустится торговля на Форексе, и вы увидите результаты этой торговли в реальном времени в своем бэк-офисе. Хорошо, что ты вспомнил. Молодец. Да, это очень важная часть информации. Как только мы получим 100% подтверждение от нашей команды юристов, мы вообще готовы к запуску, честное слово. Но мы хотим обеспечить полную юридическую корректность этого запуска. Да, все правильно ты говоришь. Вся эта работа ведется прямо сейчас. Например, нам нужны брокерские аккаунты,
регистрация фондов и все прочие юридические трудности, связанные с Форексом. И во второй половине ноября все это будет уже работать. Ребята, спасибо, что участвовали. Давайте действительно покажем удивительные результаты в ближайшие 4 дня с этим продлением промоушена. Мы уже собрали 21 миллион долларов. И я с нетерпением жду, что же мы сможем достичь еще в ближайшие 3 дня. Все уже сегодня увидят результаты вашей деятельности октября. Поэтому всех поздравляю. Это будет очень интересная неделя у нас в Дейзиленд. Всем спасибо. Global Star Club. Возможности безграничны.